Продуктов хватит на всех. Мэр Белгорода Антон Иванов развеял слухи о продовольственном дефиците отдельных товаров на полках городских магазинов. Хочу заверить всех горожан о том, что дефицита продовольственных товаров в городе Белгороде нет. Все продовольственные склады наполнены в достаточном количестве всей продукции необходимой. Порой отсутствие некоторых товаров на полках больше вызвано ажиотажным спросом. И минимальные наценки на эти товары сейчас указаны как товары первой необходимости. И люди все-таки иногда создают для себя опасения, что товаров может не оказаться. И из-за этого происходит повышенный спрос. Сетевые магазины ограничили продажу товаров повышенного спроса. Сахар, крупы, курица и другие позиции отпускают не более 5 единиц в одни руки. Но не от нехватки этих продуктов, а чтобы не допустить последующей перепродажи через несетевые магазины. Ажиотажа на самом деле нет. Ограничения ввели на гречневую, крупу, сахар и рис с подсолнечным маслом. Все продукты в наличии есть, везут бесперебойно. Если нужного товара нет на полке магазина, то, скорее всего, его просто еще не принесли со склада. Переживать по поводу нехватки продовольствия горожанам не стоит. Управление потребительского рынка администрации Белгорода держит на контроле наличие товаров, а также цены на них. Виктор Лукьянчиков, Сергей Драчев, Белгород Медиа.